Оксана Олександрова – флорист, ландшафтний дизайнер, власник квіткової студії. Доброго вам ранку. Доброе утро. Що ми сьогодні будемо пересаджувати? Земля кулькас. Да, как вы правильно сказали, сейчас мы начинаем пересаживать растения и заносить их в помещение, обрабатывать. И сейчас я покажу, как мы можем пересадить растение, которое называется долларовое дерево, вообще Zamia кулькас, а еще бытует такое название пальма женского жіночого добробуту. Ух ты ж. Или процветание. То есть это растение, суккулент, которое сейчас при пересадке, я покажу, как оно красиво. А как вы гадаете, почему оно взагалі называется долларовое дерево? Потому что очень неприхотливое, у него очень яркие такие листья и глянцевые. И что самое главное, что за некоторыми растениями нужно ухаживать. Это растение, наоборот, не требует ухода. Чем меньше и реже поливаешь, тем ярче и более насыщенная окраска будет у этого растения. Зрозуміло, було б так добре, якби нічого не робиш, а долари самі капають і капають. Да, ну вот оно имеет такую ауру, которая, если в дом приносят и дарят или покупают это растение, оно вносит в дом процветание, вносит в дом такую витиеватую, процветающую ноту красоты. Потому что само по себе очень красиво. Для пересадки нужна дренажка. Да, небольшая часть дренажа и земля для суккулентов или же для кактуса. Это специальная какая-то, так? Да. Можно, если нету такой земли, можно использовать землю для кактуса. А еще земля универсальная. Вот, универсальную или для нецветущих. Это растение цветет, но цвет незначительный и является семянниками. То есть семена для следующих растений, для молоденьких. Так, сейчас мы постараемся освободить. Оно, конечно, не хочет выходить. Пригрелось. Да, ему так хорошо. А зараз час пересаживать только рослини, які були на вулиці, чи і ті, які в дом? Нет. 9 числа будет новолуние. То есть это уже сигнал для того, чтобы мы пересадили последние цветы, которые требуют пересадки, даже в доме. Мы в конце августа пересаживали некоторые растения и заносили их в дом, те, которые очень любят тепло и солнце. А вот сейчас последняя фаза пересадки. Якщо раптом рослина зіпсувалася на вулиці або в домі, її пересаджувати, як її рятувати, особливо, якщо це ця рослинка? Значит, Zamia кулькас может повредиться вот в корневой системе. У него корневая система состоит из бульб или клубней и корешков таких массивных. Угу. Вот когда слишком большое переувлажнение, вот эта бульба напитывается водичкой и начинает желтеть стрелка с зелеными листиками. Они желтеют и со временем опадают. Это сигнал того, что очень переувлажнена почва. Угу. Мы почву увлажняем у Zamia кулькаса только изредка. В осенне-зимнее время это раз в 2-3 недели, а то и раз в месяц. Я советую всем не поливать, а опрыскивать это растение в зимнее время, дабы оно хорошо себя чувствовало и не переувлажнилось. И обязательно орошувати потрібні листочки, так? Да. Растение не требует слишком орошения, единственное от пыли. То есть оно очень хорошее абсорбент пыли, напитывает, и хотя бы раз в месяц нужно душик ему делать. Вот мы погрузили. А ничего страшного, что трошки у нас корень выглядает? Нет, то, что корень выглядывает, не страшно. Единственное, почему вазончик такой тесноватый для него, его нельзя слишком углублять из-за вот этого клубня.
То есть картошечка должна немножко просматриваться и корневая система. То есть это не страшно. Главное, чтобы когда вы пересаживаете, вазон был открыт для вытаскивания в следующий раз, когда пересадка будет через 3-4 года. То есть пересаживаем раз в 3-4 года и обновляем верхний слой земли каждую весну. Дійсно, рослина така для тих, у кого немає часу займатися цим всім. Да, і називається доларова, да? То есть долари люблять тишину і поменше движения, побольше более такого активного и серьезного отношения. Вот мы его посадили, и теперь я советую присыпать вермикулитом. Это для того, чтобы растение всю лишнюю почву абсорбировало именно вермикулит. Його також можна десь придбати, так? А якщо немає, наприклад, не знаєш де, не знаєш як, вермікуліт? Чи можна так чимось його замінити? Любая щепа древесная. Це воно для краси чи щоб пропускало краще воду? Воно впитує лишню влагу і все-таки естетично краще смотрится, ніж звичайна земля. А то мені здалося, що це на пінопласт схоже якийсь. А нет, нет, это... такое лекарство небольшое. Когда, например, вы все-таки переувлажнили почву, можно спасти клубень тем, что берем активированный уголь, если он в доме есть, он в таблеточках, измельчаем, вытаскиваем растение, обрезаем всю сгнившую часть и присыпаем активированным углем. Через полчаса, когда растение уже абсорбировало в себя вот этот активированный уголек, пыльцу сажаем. В течение месяца не поливаем, оно подсыхает, как бы лекарь работает. И вот когда растение уже, мы видим, выпускает пару стрелочек молодых, это уже сигнал для того, чтобы можно было поливать. Ну що ж, дякую вам, дуже корисна інформація, буду знати. Я так розумію, за таким принципом можна пересаджувати всі рослини, які не дуже люблять воду, так? Да, всі пальми, всі сукуленти, кактуси, молочаї, всі растіння, які требують дуже тщательного і дуже трепетного уходу. Тобто раз в дві тижні ми можемо к ним прикасатися, тобто полив, где-то опрыскивание, а иногда просто поворачивать для того, чтобы оно тянулось к солнышку и являло собой красивый кустик. Ну що ж, пані Оксана, дякую вам за корисні поради. Сподіваюся, що ви ще не один раз до нас завітаєте і розкажете так само, що робити з іншими рослинами, адже їх дуже багато. І запитань у наших глядачів також дуже багато.